Как добиться идеальной посадки в жакетах Шанель по фигуре? Во-первых, начнем с того, что дефекты посадки, несовершенство посадки изделия на фигуре могут быть в любых изделиях. И правила коррекции, правила работы с дефектами примерно одинаковые, и они точно так же касаются жакетов в стиле Шанель. В этом видео я хочу вам рассказать о некоторых нюансах, отличительных особенностях и свойствах жакетов Шанель, которые позволят вам создать идеальную посадку жакета на вашей фигуре. Стоит понимать, что многое зависит от силуэта, от выкройки, которую вы используете. Если вы хотите сшить оверсайз широкий или плоского кроя без каких-либо выточек жакет, то идеальной посадки здесь, скорее всего, не будет. Будут какие-то заломы, волны по области груди, по области спинки, в области плеч и так далее. С этим просто частично нужно смириться, а частично поправить общими для всех, скажем так, плечевых изделий или жакетов способами, то есть просто поправить дефекты посадки. Второе, опять-таки, общее правило для любых изделий, особенно жакетов, это предварительно сшить тестовый образец, макет вашего будущего жакета. Мы всем участницам курса шитья и кроя жакет в стиле Шанель настоятельно рекомендуем создавать макет, показываем, как с ним работать, как исправлять дефекты посадки, и в индивидуальном порядке помогаем эти дефекты посадки устранять. Участницы буквально присылают нам фотографии их макетов, и мы помогаем им поправить дефекты и довести посадку до совершенства. Так вот, и вам тоже стоит обязательно кроить макет для того, чтобы вы могли оценить посадку и внести тут же корректировки, что-то поправить, возможно, удлинить или наоборот укоротить. В общем, довести ваш будущий жакет до идеала. Согласитесь, будет не очень приятно раскроить жакет из дорогого, добротного итальянского твида, затем собрать его и увидеть, что это совсем не то, что вы хотели получить, или посадка получается нехорошей. Лучше всего все это отработать заранее и скорректировать на макете, а затем с комфортом, с уверенностью и без страха скроить пусть даже самый дорогой итальянский твид. Жакет Шанель подходит не только для любых возрастов, но и для любых фигур, а также форм груди. Самое главное — выбрать подходящую выкройку. Например, как получить хорошую посадку в больших размерах, достаточно выразительной выступающей грудью. Просто использовать крой с рельефными швами. Никаких выточек, потому что это будет достаточно большая толщина. Лучше все это заменять рельефными швами. Что такое рельефные швы? Представьте, к примеру, передняя деталь, полочка состоит не из одной детали в жакете, а из двух, то есть из двух половинок, левой и правой. Так вот, рельефный шов может разделять каждую из половинок еще пополам, условно. То есть, например, этот шов может проходить от плеча через уровень груди, далее вниз до самого низа жакета. Это рельефный шов, или его еще называют просто рельефом, и он разделяет половину полочки на центральную и, скажем так, боковую деталь. Рельефные швы могут также исходить из проймы, причем на разном участке. Это может быть отрезной бачок по нижней части проймы, то есть рельефный шов практически невидимый спереди. И как раз-таки подобные швы позволяют вам добиваться идеальной посадки жакета, да и не только жакета, на любой фигуре, абсолютно любой форме груди и размера. Кстати, в оригинальном классическом жакете модного дома Шанель как раз-таки были рельефные швы, как по полочке, так и по спинке. Спинка у нас тоже разная по очертаниям. У нас есть выступающие лопатки, округлые плечика. Далее спинка прогибается в области поясницы. И далее выступающая область ягодиц, бедер, таза. И рельефные швы по спинке помогают повторить эти линии и сделать посадку отличной, избегая каких-либо пустот, слабины, пузырей и так далее. Рука в жакетах Шанель тоже имеет свою особенность. Для создания идеальной посадки рука в Шанель кроится не одношовно, то есть он состоит не из одной детали и даже не из двух, а из трех. Мы получаем трехшовный рукав: передний шов, локтевой сзади,
как в классических жакетах или пальто. И третий шов, назовем его центральным, он идет в продолжение плечевого шва. Благодаря трем швам у вас появляется три рычага влияния на посадку рукава. То есть вы можете создавать округлую, слегка присогнутую форму рукава. То есть это естественное анатомическое состояние нашей руки, слегка присогнутое в локте. А благодаря третьему шву вы можете также убирать пустоты, объем по верхней части, по головке рукава и создавать мягкое покатое плечико, повторяющее очертания вашего плеча. А еще трехшовная конструкция рукава позволяет вам создать максимально плотно прилегающий узкий рукав, сохраняя при этом комфорт. То есть буквально вы сможете сгибать руку в локте. А если мы, к примеру, создадим одношовный узкий рукав, то есть рукав, состоящий из одной детали, и постараемся его заузить, то мы просто не сможем сгибать руку в локте. И приятный бонус для всех, кто боится втачивания рукавов, то есть присоединения их к проме. Трехшовный рукав в жакетах Chanel присоединяется с первого раза очень легко и просто, потому что нет той самой величины на припосадку по окату по верхней части оката рукава. Поэтому вы просто берете пройму, берете окат рукава, сопоставляете их и прокладываете в круговую строчку. Вот и вся работа. Кстати, готовую выкройку жакета Chanel, максимально приближенную к крою оригинальных жакетов, тех, которые шили во времена Габриэль Chanel, мы дарим всем участницам курса по пошиву твидового жакета в стиле Chanel в нашей школе. Кстати, не только одну, мы дарим полный комплект выкроек на большой размерный ряд и разные ростовые группы, для того, чтобы вы смогли найти свой размер, во-первых, ну и во-вторых, для того, чтобы могли шить для других, например, подруг, близких, знакомых, или еще лучше шить на заказ и зарабатывать на этом. На курсе мы работаем не только с дефектами посадки жакета Chanel, но также я показываю, как воздействовать на форму жакета, на твид с помощью влажно-тепловой обработки. В одном из предыдущих видео я рассказывала о том, что такое кутюрный, бесклеевой способ пошива жакета и современный клеевой. Поэтому, если вы не знакомы с этими терминами, с этими понятиями и способами пошива жакета, то обязательно найдите это видео и посмотрите. Обещаю, ваше представление о создании одежды немножко перевернется. Жакет Chanel, сшитый по кутюрной, бесклеевой, то есть ручной, винтажной технологии, подстраивается под вашу фигуру. То есть вы могли, к примеру, выявить все дефекты посадки на этапе работы с макетом, то есть из простой хлопковой ткани, тестера, исправить все дефекты, создать идеальный крой, сшить жакет, надеть его, вам комфортно, вам хорошо, но максимально идеальную посадку этот жакет приобретет спустя какое-то время. Каждый раз, когда вы будете его надевать, он под воздействием тепла от вашего тела будет приобретать очертания вашего тела. Чем-то это можно сравнить со слепком, потому что он действительно начинает становиться вашей второй кожей, повторяющей ваши формы, вашу конституцию, вашу осанку. Жакет, сшитый по современной, упрощенной, ускоренной клеевой технологии, такими свойствами не обладает. Он не видоизменяется так качественно, так идеально, как жакет, сшитый по винтажной технологии, кутюрной. И, соответственно, такой накопительный, пролонгированный эффект в достижении идеальной посадки в жакетах, сшитых по клеевой технологии, современной технологии, мы уже не получим. Еще один классный побочный эффект, если вы, к примеру, немножко поправились, жакет Chanel по кутюрной технологии также слегка вытягивается, повторяя ваши новые формы. То есть он не разрывается по швам ни в коем случае. Если вы сшили его по правильной технологии, то он будет мягко, плавно, аккуратно вытягиваться по всей ширине и, соответственно, повторять ваши очертания, все так же оставаться вам комфортным и в пору. Это может показаться смешным, но на самом деле это жизнь, и такое случается с каждым. Я проверила это на себе. Я шила жакет по кутюрной технологии, когда была 42 размера, затем я плавно увеличивалась в размерах, и жакет тоже увеличивался вместе со мной.
и мне было в нем по-прежнему комфортно, как будто я надела его в первый раз. Но жакет Шанель работает и в обратную сторону, то есть, к примеру, вы постройнели, а жакет вам нравится, он сшит по кутюрной ручной технологии, вы хотите его носить, но он стал немножко мешковатым. Вы можете это поправить, и для этого не нужно полностью распарывать изделие, распарывать подкладку, расшивать и заново собирать швы, все вертикальные, боковые швы. Вам достаточно сделать несколько ручных стежков и убрать излишки с помощью влажно-тепловой обработки. Эту технологию я подробно показываю в курсе «Жакет стиля Шанель». Сейчас расскажу, как это делается именно на словах. Со стороны подкладки мы убираем лишнее ручными стежками. Эти стежки в силу того, что они похожие на стежки, которыми вы обрабатывали подкладку, становятся незаметными, то есть практически не видно, что вы делали какие-то заужения по жакету, какой-то ремонт или коррекцию. А с лицевой стороны твид вы сутюживаете с помощью утюга и пара, постепенно, частично убираете весь этот излишек, всю эту пустоту, волны, слабину и создаете такую плотную, прилегающую или какая вам нужна посадку именно по вашему настоящему размеру, по вашей фигуре. Повторюсь, такой эффект возможен только при пошиве жакета без клеевого дублерина, потому что клеевой дублерин схватывает, схлопывает волокна, он их прочно фиксирует, не дает им двигаться, и уж тем более они не смогут войти друг в друга плотнее. А именно это и нужно нам для того, чтобы сократить в ширине наш жакет. Поэтому это должен быть либо не продублированный клеевым дублерином жакет, либо продублированный по кутюрной технологии, то есть простеганный шелковой органзой. А как сшить правильно в соответствии с технологией модного дома Шанель кутюрный люксового качества жакет, я подробно рассказываю и, конечно же, показываю детально на курсе «Жакет в стиле Шанель». Поэтому, если вы мечтаете о роскошном, комфортном жакете, хотите надевать жакет и получать незабываемо комфортное ощущение, то присоединяйтесь к курсу, мы вам поможем и проведем через этот прекрасный путь создания идеального жакета. На этом все. Я желаю вам хорошего дня и до встречи в следующих выпусках.